Крупный теракт в Афганистане. Более 40 человек погибли в результате взрыва в провинции Кандагар. Еще 70 афганцев получили ранения различной степени тяжести. Террорист-смертник взорвал себя во время свадебных торжеств. НАТО возложило ответственность за теракт на движение «Талибан». Впрочем, сами талибы отрицают причастность к этому взрыву. Когда афганские войска патрулируют, мы остаемся в закрытых помещениях. Всякий раз, когда их обстреливают талибы, военные арестовывают и расспрашивают нас. Жизнь здесь очень тяжелая и опасная. Мы не можем выйти на поле, чтобы нормально обрабатывать землю.